Октябрьский районный суд Владимира рассмотрит уголовное дело начальника регионального управления Росгвардии. Алфию Мокшину обвиняют в мошенничестве и получении взяток. Всего в деле 5 преступных эпизодов. По версии следствия, Мокшина требовала деньги от подчиненных за непривлечение к дисциплинарной ответственности. В мае прошлого года она через посредников получила взятки от руководителей территориальных подразделений управления. Суммы небольшие. Одна из них не превышала 10 тысяч рублей. В июне 2018-го Мокшину задержали. Сейчас она под домашним арестом и отстранена от должности.